Лена, здравствуй. Здравствуйте, Роман. Лена, скажи, пожалуйста, из какого ты города и кем ты была до того, как занялась сетевым бизнесом? Ну, вообще, я по специальности учитель русского языка и литературы. Я, конечно, работала по специальности, преподавала, но с детских лет так интересно сложилось. Я мечтала не только учить, я мечтала еще продавать. И всегда играла либо в учителя, либо в продавца. И жизнь, такая интересная вещь, она распорядилась таким образом, что я попала в компанию прямых продаж, где я продавала очень интересный, качественный продукт, и при этом еще обучала людей. То есть все сложилось. До встречи с вами, Роман, я работала в компании очень известной, это компания прямых продаж, и отработала там 20 лет. Ну, надо сказать, что за 20 лет я, конечно, достигла какой-то, ну, пиковой точки в своей карьере. Я стала директором филиала, подо мной было много городов. Но одно обстоятельство меня очень смутило в определенный момент, потому что несколько лет назад я задала себе вопрос: «Лена, а что дальше?» И за этим вопросом я не увидела ничего, потому что мне хотелось двигаться, расти, все-таки еще годы позволяли это делать. Но, к сожалению, та ситуация, в которой я оказалась, она не позволила мне двигаться дальше. И здесь опять вмешалась судьба, случай. Есть такой человек в моей жизни, Лилия Щербакова, которая 20 лет назад привлекла меня в эту чудесную компанию прямых продаж. И спустя годы, ровно тогда, когда я стала задавать себе вопросы про жизнь, Лилия снова пришла ко мне с очень интересным предложением. И она познакомила меня с вами, Роман Викторович. И, конечно, эта встреча была незабываемой. Вы знаете, я всегда вспоминаю декабрь месяц 2014 года, когда вы приехали в Новосибирск. Если вы помните, морозы стояли 40 градусов. Помню хорошо. Это была одна из первых презентаций в Новосибирске. Многие клиенты и гости просто не доехали, потому что было холодно. В зале сидело, наверное, человек 10-12, я уже сейчас не помню. Но то, как вы провели презентацию тогда, вы знаете, на меня это произвело очень большое впечатление, потому что вы вели ее так, как будто в зале сидело 500 человек, не меньше. И для меня очень важный момент, очень важным аспектом является то, что кто, за кем, с кем. Ну, Роман Викторович, это от души, честно. Потому что для меня было очень важно, что это вы. Я вам поверила. Я, конечно, вникала, разбиралась долго, но вспоминая свои эмоции в тот момент и первый семинар в Казани, зная себя как человека очень такого въедливого, сомневающегося, я поразилась своему вот этому внутреннему голосу, который сказал мне: «Иди, не бойся, здесь классно». Но, к сожалению, так сложились обстоятельства, что решение было принято в душе, но вот на физическом плане оно было сделано спустя там какое-то время. Но решение принято, и только вперед, только на покорение новых вершин, только так. Скажи, а после той компании, в новой сетевой компании, насколько изменился твой доход? Доход, конечно, изменился, Роман Викторович, но на том уровне, на котором я сейчас нахожусь, меня он как бы радует, но не устраивает. Я хотела бы больше. Есть свои жизненные планы, жизненные цели, мечта, в конце концов, личная. И в той компании достичь этой мечты было практически невозможно. Она настолько личная, но вот я не могу ее, Роман, озвучить, но я понимаю, что здесь я смогу ее достичь в самые кратчайшие сроки. Был ли у тебя период, когда руки опускались и хотелось все бросить? Вы знаете, у меня история очень интересно сложилась, потому что когда я начала деятельность компании Life is Good, я еще работала на руководящей позиции в предыдущей компании. И по этическим соображениям, вот так громко говорить о том, что я работаю в новой компании, я, конечно, не делала этого. Но тем не менее, работая в Новосибирске, я звонила своим друзьям, своим знакомым. И каким-то чудом мне удавалось заключать первые договоры, открывать счета Виста, и люди мне верили. В дальнейшем, когда... Вы знаете, я честно отвечу на этот вопрос, у меня таких ситуаций не было. Нет, ну, конечно, у меня есть отказы, конечно, мне говорят, что пирамида, с этим сталкиваются все люди, но я отношусь к этому с юмором, это нормально. Ведь, в конце концов, я тоже не сразу каким-то вещам верю. Но чтобы поверить и разобраться, если человек действительно этого хочет, я рада ему помочь, и, пожалуйста, давайте разбираться вместе. Как твое окружение, как твои друзья или коллеги по прошлой работе, как они отреагировали на то, что ты ушла в сетевую компанию? Это очень интересная история, потому что друзья и коллеги по прошлой компании, они почему-то свято верят, что я должна вернуться и что обязательно это сделаю.
И они никак не могут понять одной вещи, что они в своем жизненном пути, но это их выбор ведь, они застряли где-то вот между прошлым и будущим, и движения абсолютно никакого нет. Причем, вы знаете, они мне очень часто звонят и говорят о том, что ну, на что-то жалуются и так далее. Тогда я спрашиваю, а что же вы здесь делаете? Давайте покажу, как лучше. Кто-то из них соглашается, кто-то в раздумьях, но те люди, которые готовы меняться, которые готовы чего-то достигать в этой жизни, они, конечно, готовы меня услышать и пойти за мной. Вот про сетевой маркетинг, про прямые продажи написано очень много умных книг, очень много умных фраз, но все на самом деле очень просто. Найди, сделай так, чтобы человек, которому ты предлагаешь продукт, был этим продуктом просто доволен. Тогда он притянет еще миллион довольных таких же людей. Вот и все. Поэтому самое ценное в любой компании – это люди. Если речь идет о сотрудниках, то этот человек должен обязательно зарабатывать. Если мой сотрудник не зарабатывает, значит, мне нечего здесь делать. И по-другому никак нельзя. А ты не жалеешь, что ты связала свою жизнь на 100% с сетевым бизнесом? Вы знаете, что я скажу на эту тему? Дело в том, что я все знала при прямой продаже, ну или почти все. Все знать невозможно. Но сетевой маркетинг для меня открывается только сейчас. Я, оказывается, ничего о нем не знала. Для меня это как, ну, не знаю, новый этап университета, новый курс университета. Я действительно понимаю, что это очень круто. Что если речь вести о бизнесе и речь вести о том, где найти ну, хорошее применение своим силам, своим мозгам, это только сетевой. И я сделала для себя самое настоящее открытие в это время. Скажи, а что тебя вообще привлекает в сетевом бизнесе, и что ты от него получаешь? Вы знаете, меня привлекает, первое, возможность неограниченного заработка. Но, соответственно, решить свои финансовые вопросы и осуществить свою мечту, это понятно. Меня привлекает неограниченное количество времени. Я не могу назвать его свободным, но в предыдущей компании у меня было чувство, что я работала 26 часов в сутки и при этом не получала должного финансового вознаграждения. Здесь, вы знаете, Роман, я вот недавно приехала, ну, будем так называть это, с отдыха. Ну, действительно, это был отдых. Но за время моего отдыха я заключила два контракта. То есть это уникальнейшая возможность, которая позволяет сочетать, казалось бы, несочетаемые вещи. Поэтому для меня это просто открытие. Это я просто счастлива, что такое возможно. Спасибо, Лена. И я еще в завершение хочу спросить, а какова твоя цель на ближайший год? Ну, во-первых, до конца года мне очень хотелось бы закрыть 5-й уровень. Потому что фактически я начала активно работать только с января 2017 года. Ну и в следующем году, ну, конечно, директора. Пришел в Life is Good, делай карьеру, как в армии. Другого не может быть. Леночка, спасибо тебе за твой опыт, спасибо тебе за то, что ты поделилась с нами своими секретами успеха. Я желаю тебе здоровья, желаю тебе, чтобы ты быстро достигла свою цель и желаю, чтобы твоя мечта в ближайшем времени свершилась. Спасибо, Роман.